Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно. Гудит мельничное колесо, боль угасла. Баба щурится из избы, в небе жаворонки. Только 20 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он губаст и умен, как черт, и все ему просто. Был в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете. Деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые тихи, делами замученные. Жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том о сём с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной. И даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у черной речки.